Какая твоя самая главная мечта? Там, откуда я, мечтать очень трудно. Вся домашняя работа на наших плечах, только этим живем. Все работы выполняют девочки. Но недавно случилось то, что изменило нашу жизнь. Now, never. Time to leave my perfect world be better. Lock me in that joke and hold a river. Will you lead me to my freedom? Oh, now never. Maybe I should stop and see my shadows. Truly got the worst of me, I'm begging. Wash away my fears with water. I don't mind if I'm gone with no prize or praise. The only reason I'm here is to find my place. Куда вы собрались? Короче, мы поехали на матч, чтобы сразиться с мальчиками. Стоп, стоп, стоп. Почему вы играете против мальчиков? В Кыргызстане у нас нет другой женской команды. Проиграли эту игру, но впереди было очень много побед. И самая главная победа – мы обрели свою мечту. Но почему ты сейчас не играешь в хоккей? Мне нужно научиться зарабатывать, чтобы обеспечить себя и своих близких. Я сейчас учусь на программиста, далеко от семьи, сильно скучаю по команде, но... Хоккей изменил мою жизнь навсегда. Оказывается, мир больше нашего села.